Новая детская площадка украсила двор частного детского сада в поселке Факел. Такой подарок малышам преподнесла администрация поселка Искателей. Детское учреждение открылось в сентябре 2016 года и имеет все необходимое для присмотра и ухода за малышами от года до 3 лет. Теперь у постояльцев будет и городок для игр на свежем воздухе. Там раковина у нас маленькая приспособлена, маленький унитаз. Ну, все как положено, согласно ростовке. Ванная комната, кухня, игровая, комната творчества и спальня. Все как положено по санитарным нормам. Дети здесь проводят от часа до целого дня, когда родители на работе. С момента открытия группы временного пребывания здесь побывали более 70 малышей. А если маме, допустим, надо в больницу лечь, скажем так, оставляем ребенка здесь. Если маме нужно на сессию ехать. Вот у нас даже есть женщина, которая регулярно прилетает сюда в командировку. Она прилетает с Катюшкой, с дочкой со своей. Вот, она мне звонит и говорит: «Ольга Дмитриевна, мы едем». Я говорю: «Мы вас ждем». Группа временного пребывания рассчитана на 15 человек. Возраст постояльцев от года до 3 лет. В государственных детских садах на эту группу малышей очереди, поэтому частные учреждения – настоящее спасение. Тем более, когда хозяйка детской группы хорошо знает свое дело и умеет создать уют. Еще буквально 2 года назад этот коттедж пустовал. Затем администрация поселка Искателей передала его частному предпринимателю. В сентябре 2016 года частное учреждение стало принимать первых малышей. Я думаю, что это как не эксперимент, а это нормально. Сегодня у нас везде практикуется практика того, что должны быть частные садики развиваться, например. То я думаю, что на этой основе вот можно как бы пример брать всем муниципальным образованиям и такие методы использовать. Детская площадка стоимостью 300 тысяч рублей – еще один подарок предпринимателю, который выполняет социально важную функцию. По словам Григория Коваленко, инициативные и предприимчивые жители всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации. Валентина Чибич, Антон Водряков, телеканал «Север».